Надо сказать, что в этих Бадерновых кинотеатрах, по-моему, второй или третий раз. И вообще не понимает, как вот, например, отсюда можно смотреть. Он работает, не знаю. Вообще наше кино сделано не для такого кинотеатра и не для такого большого экрана. У нас скромное черно-белое кино. Меня часто спрашивают, да, почему черно-белое? Ну, я обычно отвечаю популярным отецким анекдотом. Знаете, когда старые евреи спрашивают, да вот зачем вы делаете обрезание? Тот отвечает, во-первых, это красиво. Мне кажется, черно-белое, ну, во-первых, это красиво. Не знаю, как это будет смотреться на огромном экране, но просто такое есть некое несоответствие содержания и вот этого зала. Значит, теперь вот мне бы... Помогите, Катя поможет. Мы всех помним. Катя, ты здесь? Я вам представлю Катю. А вот она, пусть попробует справиться с этой задачей, представить всех, кто стоит на сцене, кто снимался у нас, помогал нам делать эту картину. Ja tema esitab kõiki neid, kes siin laval seisavad, kes aitasid meil seda filmi teha. Просто пусти микрофон по кругу. Добрый вечер. Я хочу представить Пилли Ару, наш художник по реквизиту. Пилли Ару. Наш ассистент по актерам с эстонской стороны Пире Тумба. Пире Тумба. Наш замечательный артист Андрей Слепик. Андрей Слепик. Актриса Мария Павлова. Второй режиссер Ольга Беляева. Ольга Беляева. Юлия Календа, которая занималась у нас артистами массовых сцен. Актер Иван Колесников. Наш директор с эстонской стороны Андрей Чупин. Человек, который нас прекрасно кормил, обеспечивал питанием, Андрей Солопа. Наш замечательный помощник Эрик Чупин. Художник по костюму Наталья Монева. Наталья Монева. Наши прекрасные помощники наших костюмеров Анатолий Эйн и Светлана Гриев. Художник по гриму Владимир Буркин. Актриса Элина Пыхмягин. Актер Тыну Карк. Лембит. А где наш сон Лембит? Лембит.
продюсер Александр Хлосянов. Наш помощник Кира Кузнецова. Ваш вопрос. Это вопрос, наверное, не первый. Сначала нужно про фильм спрашивать. Но у меня вопрос к Станиславу Сергеевичу. Кого в современном мире вы снимали просто Высоцкого и вертикали, и встречи изменить нельзя? Скажите, какие величины сегодня для вас? Küsimus режиссерile. Keda ta tänapäeval peab tähtsateks inimesteks? На сегодняшний день есть ли для вас артисты величины Владимира Высоцкого? Тогда понятно. Вот сидит рядом, например. Новый Высоцкий, сам Назовский. Да, да, не мастер, если ты у меня умерла. А вот эти, например, две очаровательные женщины вообще меня поразили. Ага, нет, кауни тами, не дам остаться тегеликут. Не потому, что я не ожидал. Я как раз ожидал, но это было сверх моих ожиданий. Над вилетасит мину оттаси. Давайте посмотрим на ту половину зала. Есть ли у нас еще вопросы из аудитории, которые бы вы хотели задать? Палом вел кисимуси. Чей черед? Ваш или мой? Молодой человек в красном, да. Можно ему микрофончик? В красном костюме. Здравствуйте. Добрый день. Вечер. Мне всегда день. У меня, я второй раз смотрю уже фильм, и этот второй раз мне фильм еще больше понравился. Но все-таки я думал, что будет изменение в монтаже. И вот мне, это к Станиславу Сергеевичу, наверное, вопрос. Почему вот главного героя, история Светланы Ходченковой как-то, ну, как сказать, с дырками такими. Вот как бы начиналась встреча у них, и потом уже история такая, как бы после каких-то ихних отношений. И вот этого мне очень не хватало, как бы, не знаю, там, 10 минут отношений ихних в фильме. Почему вот это, может, специально сделано, чтобы, ну, зритель сам фантазировал. Вопрос такой, почему вот такая дырка в отношениях, по-моему, очень важных? Нет, küsimus. Ma vaatan seda filmi juba teist korda ja mulle meeldib see film veelgi enam. Aga küsimus montaaži kohta. Miks lugu on kuidagi auklik? Kangelase lugu Svetlanaga. Alguses kohtumine, siis on selline tunne, et on mingi auk. Miks nüüd selline montaaž? Совет Филя. Вы ожидали, что после первого просмотра будут изменения в монтаже? Kas te ootasite, et pärast esimest korda, kui vaatate filmi, siis ma teen montaaži ümber? Смотрел Чапаева, он погибает. А в следующий раз я приходил, и все думал, может, как. Но, к сожалению, да, очень пунктивно эта линия Лентулов и Марина. Она, к сожалению, да, пунктирна, но потому что у Довлатова об этом нет, совсем чуть-чуть. Я сам, что касается личных отношений, не решился дописывать. Вот поэтому. Я бы сказала, что действительно Лентулов и Марина Лин он пизук каткендлик. Aga Довлатов ise ei ole ka seda täpsustanud ja mina ei söendanud juurde mõelda. Давайте обратимся к этой половине зала. Ручки поднимаем. У кого есть вопросы? Кто бы еще хотел? Я хотел поблагодарить за ответ. Спасибо. Девушка в пестреньком вот там. Спасибо большое. История. Вот там есть один член горсовета. Так вот, у меня такой вопрос. Мне очень хотелось бы верить. И подтвердите, пожалуйста, мою веру,
что ваш фильм, как и произведение Довлатова, могут произвести впечатление на поколение вне Эстонии тоже, что его поймут и в России, и, может быть, в других странах. Ведь это очень важно, что у нас это общее прошлое, которое вы так прекрасно изобразили. Tahan kõigepealt öelda, et film oli suurepärane ja ütlejaks on jurist Igor. Selles filmis on väga palju märke, eriti minu põlvkond näeb neid märke. No, näiteks see kroon, juveel lugu leidab Peepsist. Siin on väga paljud, mida meie tunnetame ja ära tunneme. Ning mõned nimed ei ole isegi üldse muudetud, aga nüüd tahaks esitada küsimuse. Tahaks uskuda, et see film suudab sama sügava mulje jätta ka väljaspool Eestit inimestele, nii nagu ka Dovlatovi teosed jätsid sügava mulje. Знаете, я про другие страны, когда я снимал фильм, не думал. В странах на территории бывшего СССР понятно, поймут. Что касается других, я как-то об этом даже не задумался. Может, поймут, а может, нет. Я, кстати, не рассчитывал и на молодую публику. Потому что она сегодня смотрит совсем другие фильмы. И кинотеатры для них, видите, построили такие. Но на них же нельзя в этом кинотеатре, к примеру, смотреть, там, не знаю, «Летят журавли», «Пролетает над гнездом кукушки». Или там вот с Лемитом замечательный был фильм грузинско-эстонский «Мандарины». Ну, это сделано для других фильмов, и они любят то кино. Поэтому я, так сказать, сразу ее как бы отсекал. Среди этой молодежи есть люди очень образованные, широко даже, я бы сказал, образованные, но их, к сожалению, мало. Ma ei mõelnud seda filmi tehes laiale publikule. Kas nad saavad aru filmist? Ma ei tea. Noored, ma ka nende peale ei mõelnud, aga loomulikult noorte hulgas on palju haritud inimesi ja nendele ma olen ka suunanud selle filmi. Praegu noored eiti kinno ei tule, ei vaata selliseid filme nagu meie omal ajal, nagu näiteks Kured lendavad. Естественно, интересующиеся этим предметом, может быть, им и не нужен перевод, а то мы... Или есть? У нас очень много представителей эстонского телевидения в зале, поэтому... Здравствуйте, я эстонка, но пытаюсь поговорить по-русски. Ну вот. Да, я немножко как ребенок времени такого ностальгии. И вот в этом фильме я смотрела, что... Если бы еще знать, где вы... Я тут. Да, ну я понимаю, что вы там. Вообще это странная, да, манера разговора с залом. Мы же не в театре, люди должны быть освещены. Может быть, мой вопрос не так серьезный, немножко даже легкомысленный, но в этом фильме оказалось, что эстонки такие немножко как амазонки, что они про секс и про то, и очень такие смелые. Вот мне вопрос, они вот русским, вам такие и как кажется? Спасибо. Меня Кисимус. Я была эстлана. Я вообще в фильме есть Eesti naisi kujutatakse nagu amazone, nagu räägivad seksist ja on väga julged. Ja nüüd küsimus, kas teile tõesti Eesti naised sellistena paistavadki? Я уже вам говорил, я влюбился и в экрано. А вот теперь вы где? Kus te nüüd olete? Parem ei näinud teid saalis. Вот. И я влюбился и в экранные образы, и в исполнительниц этих двух амазонок. Я делал это с глубокой симпатией и уважением к этим персонажам. Пытался сделать, не знаю, что получилось. Armusin nendesse kahesse amazooni ja püüdsin
sümpaatiaga ja armastusega neid kujutada filmis. Вот это моя вообще беда. Фильм, который мы смонтировали поначалу, был порядка 2,5-3 часов. Сейчас он 1,5. И вот мы час примерно выкинули. Кое о чем я жалею. Очень Тина пострадала, но я ее вернул в телевизионную версию. Там, ну, в общем... Мне так хотелось, чтобы фильм смотрелся легко, так же легко, как читается проза Довлатова. И поэтому, может быть, я чуть-чуть перестарался и действительно выкинул многое необходимое, как мне теперь кажется, в фильме. То есть будет более длинная версия, да? Нет, длиннее она не будет. Ну, сколько там? Ну, Валентину, если я верну, так это верну минуту. Но должен сказать, что минута экранного времени – это очень много. Это кажется так, что минута. А минута экранного времени – это много. 30 метров, да? 400. Vastus siis küsimusele. Tabasite kümnesse. Alguses meie filmi pikkus oli 2,5-3 tundi, aga siis me lühendasime teda 1,5 tunnini. Ja ma viisin ta tagasi nagu televisiooni formaati. Ja tahtsin, et film oleks kergelt vaadatav, nii nagu Dovlatovi tekste oli kerge lugeda. Aga võib-olla ma 1 minuti võrra siiski nüüd pikendanud filmi, aga tegelikult 1 minut on päris palju, see on 30 meetrit filmi linti. Еще хочется произнести фразу «Остановись мгновение, ты прекрасный», продолжать этот разговор и продолжать, но, к сожалению, наше время неумолимо бежит вперед, поэтому пришло, как бы не хотелось продолжать время заканчивать. Давайте еще раз бурными аплодисментами поблагодарим. Андрес Лепик, Мария Павлова. Спасибо вам за то, что вы сегодня приехали, за то, что приняли участие в этом показе специально для этих людей, которые собрались сегодня в зале. Эти аплодисменты звучат для вас. Suur tänu siia tulemise eest, suur tänu, et olite meiega.